Заказал на Алиэкспрессе фигурку Харли Квинн. Пришла в коробочке. Все запаковано. Вот такая вот брошюрка. Сама коробка пластиковая. Внутри у нас находится фигурка. Мы сейчас ее откроем. Такая картиночка. Ноги, руки. Будем сейчас мы ее собирать. Точнее, покажу уже в собранном виде. Вот, собрал ее. Вот так вот она выглядит. Весьма достойно. Все четенько. Вот рядом с Сонькой, чтобы было понятно, ее размер 43 сантиметра, даже практически выше, чем сама Сонька. Немного покрутим ее. Ссылку, где я купил, оставлю в описании. На момент покупки она стоила 4800 с доставкой. Ботиночки бита, все. Все как надо. Вот общий план.